Продовжимо обговорення політичних підсумків тижня. Тепер з Юрієм Бойком, співголовою партії «Опозиційна платформа за життя». Юрій Анатолійович, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Нарешті з'явився у нас проект держбюджету на наступний рік. Як ви оцінюєте цей документ? Чи потрібно в ньому щось міняти? Чи, можливо, він набагато кращий, ніж писали Гройсман та Яценюк? Ну, на самом деле, ідеальних бюджетів не буває, і завжди бюджети критикують. Но разница в том, что есть определенные вещи, которых в бюджете допускать нельзя. И вот то, что мы увидели в виде проекта бюджета на 2020 год, это в худшем виде повторяет все бюджеты предыдущих годов, когда шло увеличение выплат силовым структурам и уменьшение социальных выплат. И, в общем-то, этот бюджет не стал исключением. Когда на 34 миллиарда выплата увеличивается силовикам и чиновникам, административным органам, и в то же время практически с учетом инфляции официального уровня, на том же уровне остаются социальные выплаты. Как можно голосовать за бюджет, в котором 1763 минимальная пенсия? Ну это вообще, сейчас же прожить на эту пенсию невозможно. И все вопросы и доводы наши к правительству, они остались, к сожалению, без ответа. Вот мы направили 221 поправку в бюджет, где показали, где можно взять деньги и где можно потратить их для того, чтобы социально поддержать социально незащищенных людей, которые, ну, инвалидов, чернобыльцев, многодетные семьи, матери-одиночек, увеличивать выплату на рождение детей. Вот из 221 правки приняли только одну, там, где мы предложили увеличить выплату на рождение детей. Раньше выплачивали по 40 тысяч за каждого ребенка, а сейчас будут выплачивать 100 за первого, 100 тысяч за первого, 200 тысяч за второго и 400 тысяч за третьего ребенка. И вот это, пожалуй, все, на что пошло правительство по предложениям нашей фракции. Конечно, мы такой бюджет поддержать не можем. Мы будем бороться дальше за то, чтобы он был более справедливый, социальный, направленный для людей, а не для чиновников и силовиков. И вот в этом, как сейчас модно говорить, есть красная линия, которую нельзя переходить. Юрій Анатолійович, ну, будемо чесними, у монобільшості зараз така ситуація, що вона на вашу боротьбу може і не звертати увагу, як і на пропозиції інших фракцій щодо бюджетного процесу. Якщо цей бюджет буде ухвалений саме в такому вигляді, якої реакції суспільства можна чекати? Крайне негативно. Тому що і тарифи, і соціальні виплати. От якщо всі обіцяння о том, що це буде уход від бідності, останутся на бумаге, а на деле люди получат то же, что получали предыдущие 5 лет, и из-за чего отправили на свалку истории предыдущую власть, то я думаю, что сегодняшней власти следует задуматься о судьбе своих предшественников, которые довели страну до плачевного состояния. Я думаю, что общество будет крайне негативная реакция, поскольку люди на себя ощутят всю несправедливость этого бюджета. Сьогодні в Верховній Раді... І саме головне, що це можна поправити, просто на сесть, спокійно поработати. Ну, от як сьогодні, можливо, поправляли державний бюджет цього року, сьогодні його переглянули в Верховній Раді, до речі, ваша фракція підтримала таку ініціативу. Чому і що там докорінно змінилось? Да ми взагалі весь этот бардак сьогоднішній терпіли тільки із-за того, щоб був проведен вот этот закон по корректировке бюджета 2019, потому что там, при том, что там были сомнительные моменты, которых, в общем-то, еще предстоит разбираться, там была выплата зарплаты шахтерам. Люди 4 месяца не получают зарплату. Задолженность 1 300 000 000. Ну, слава богу, миллиард дают сейчас, в первом чтении проголосовали. Мы проголосовали за скороченную процедуру о том, что подготовить ее ко второму чтению. Надеемся, что через неделю во вторник мы ее в целом примем, и люди получат зарплату. Потому что 4 месяца шахтеры сидят без зарплаты. Поэтому вот это мы, конечно, поддержим. Мы должны это поддержать. Это зарплата людей. Но вообще по угольной отрасли в бюджете 2020 мы направили предложение дать 2 миллиарда плюсом на восстановление шахт, на то, чтобы были обеспечены рабочие места там. И, к сожалению, опять-таки мы не получили вот ответной поддержки от правительства. Так, що там, розкажіть нам, будь ласка, що там за історія сьогодні трапилася з засіданням аграрного комітету, який все ж таки на засідання зібрався, потім його результати анулювали, що там коїться, який законопроект може бути підтриманий, ну і, власне, чого чекати фермерам, селянам від влади? Це взагалі детективна історія, при тому, що для мене було удивительно, що вона оказалась детективною не тільки для глав фракції, які, в общем-то, виступили проти цього проекту закону, але й для самого спікера.
Потому что когда начался скандал, он собрал главфракцию у себя в кабинете. И выяснилось, что вместо 2:30, как было запланировано, комитет аграрный собрался в 8:40. За 8 минут, внимание, 8 минут ушло на принятие, а не утверждение комитетом самого чувствительного сегодня законопроекта, который ждет, ну, с ужасом, ожидают результатов селяне. 8 минут. То есть это просто какая-то действительно дикая ситуация. И, слава богу, хватило ума пойти на ее исправление, потому что мы бы заблокировали работу парламента, а из областей уже приехали бы люди, окружили кольцом Верховную Раду и не выпустили бы оттуда депутатов. Потому что вопрос земли сегодня самый чувствительный. И есть наш законопроект, без референдума никакие действия принимать нельзя. Поэтому действительно была дикая история, и слава богу, что сейчас пока есть понимание, что просто так это не протащишь под одеялом. Угу. Я думаю, что мы будем бороться дальше для того, чтобы этого не случилось. Ви решили поки цей скандал загасити. Ну, інша гостра тема – сезон, але не менш гостріша з року в рік зараз на Україну наступає. Це опалювальний сезон. Судячи з цієї гри в мовчанку, яку веде Кабінет міністрів, влада загалом, зниження тарифів не буде, дай Бог, щоб не було ще й підвищення. Чи готова Україна на сьогоднішній день до опалювального сезону? І як переживуть люди ще одну зиму з нинішніми тарифами? Ну, однозначно, для людей будет разочарованием, когда они увидят, что тарифы не снижены, а к этому все идет. И даже к повышению тарифов идет. И по некоторым городам уже есть информация, что на 20-30% повышаются тарифы. Это безобразие. Но я рассчитываю, что вот уже в парламенте, в проекте, наш законопроект 11.22 по снижению стоимости газа уже есть в распорядке. Значит, я думаю, что он будет рассмотрен во вторник, через неделю, когда выйдет на работу парламент после работы с избирателями. И я рассчитываю, это будет, кстати, вот лакмусовая бумага, как проголосует правящая фракция за этот законопроект. Потому что все шли в парламент с обещанием сделать жизнь лучше. И здесь мы даем конкретный рецепт. Причем это не популизм, это экономически рассчитанная стоимость газа. Это то, что называется здравым смыслом в этом отношении. И я посмотрю, как будут голосовать. Я очень надеюсь, что хватит ума проголосовать, и люди получат возможность пользоваться благами цивилизации, а не переходить на дрова, как прошлой зимы, когда у людей не было газа, они закрывали, потому что не в состоянии были платить. Я считаю, что тема тарифов, вот вопрос о том, как пережить зиму, это будет очень болезненный. И это будет тоже вот показатель отношения власти президента к тому, что он обещал, идя на выборы. Ну що ж, подивимось, з якими тарифами будемо зимувати цього року. Дякую вам за цю розмову. Спасибо. Юрій Бойко, співголова опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання.